Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Я буквально вчера получила очередную бьюти-коробочку. Поверить не могу, что уже прошел целый месяц, но сегодня мы вместе с вами будем ее открывать, пробовать, смотреть, что внутри. Ну и я расскажу о брендах, которых вы, возможно, еще никогда не слышали. Будет очень интересно, так что давайте начинать. Как обычно, для начала я расскажу о своем фаворите и разочаровании из предыдущего майского бьюти-бокса. Если вы это видео еще не видели, я оставлю ссылочку внизу. Заходите посмотреть, я там рассказываю более полно о всех 5 средствах. Мое разочарование, на удивление, это вот такой вот спрей для волос от бренда Way. Если вы помните, я когда показывала вам средство это в прошлый раз, я очень ждала, чтобы его наконец попробовать. В чем основное разочарование? Вот это средство, оно просто отвратительно пахнет. Это бывает крайне редко, у меня очень много разных средств по уходу за волосами, но в принципе все они обладают довольно таким приятным запахом. Но это пахнет таким сильным каким-то резким парфюмом, который при этом никуда не выветривается. То есть я его нанесла утром на влажные волосы, после этого он оставался у меня на волосах весь день и просто меня душил весь день. Что могу сказать именно о свойствах этого спрея, потому что он является спреем для объема волос. Для меня он все-таки немножко утяжеляет волосы, немножко их склеивает. В принципе, все средства, которые направлены на создание объема, они немножко делают волосы более такими жесткими, да, чтобы они как раз держали объем. Но я думаю, что это просто история немножко не для моих волос, потому что у меня волосы такие пушистые, волнистые, и мне нужно что-то наоборот, чтобы их так сглаживало и разглаживало. Ну и моим фаворитом из предыдущего майского бьюти-бокса был вот такой вот эликсир для кожи. Этот бренд называется Well Myung, это корейская косметика, я на самом деле до этого никогда с этим брендом не сталкивалась. Мне он безумно понравился, во-первых, конечно, аромат, то есть он такой очень натуральный, очень приятно, им очень было приятно пользоваться, наносить на кожу. Этот эликсир является таким универсальным продуктом, то есть он может быть и вашим тонером, и вашим серумом, за счет того, что в составе есть органовое масло. И для моей сухой кожи это было просто спасение, потому что я всегда пользуюсь маслами в небольшом количестве, и они очень хорошо воздействуют на мою кожу. Ну что, вот так вот выглядит июньская коробочка, она очень такая летняя, здесь на крышке изображен как будто бы пляж с людьми, а сама коробочка синего цвета, это как вода. В общем, что может быть более летнее? Давайте смотреть, что внутри. В каждой коробочке есть такой вот вкладыш с полным описанием того, что в коробочке, и инструкциями, как это все использовать. И, кстати, в этот раз целых не 5 средств, а целых 7. И самое большое, что мне сейчас попалось на глаза, это вот такое вот средство. Это молочко для волос от бренда Davin. Я когда читала про этот бренд, я о нем, кстати, никогда до этого не слышала, этот бренд, он итальянский. Сама концепция бренда в том, что они в основном продвигали свою продукцию именно через салоны красоты. Но они создали отдельную линейку для своих клиентов, которые хотели бы пользоваться средствами вне салона. Так вот, вот это вот средство относится к их линейке продуктов под названием Oi. И это молочко для волос, которое должно сглаживать волосы, делать их более блестящими, защищать от ультрафиолетовых лучей. Все средства из линейки, именно которая называется Oi, в их составе есть масло раку. И оно очень богато различными антиоксидантами, бета-каротинами и очень, в принципе, полезно для волос. Я, кстати, когда смотрела по составу, вот этот вот ингредиент, вот это вот масло, оно находится в самом последнем списке. Меня это, наверное, немножко удивило, то есть это означает, что его количество в составе, в ингредиентах не так много. Кстати говоря, кроме вот этого вот средства молочка, здесь также было два дополнительных продукта, это кондиционер и шампунь из этой же линейки. И мне это очень приятно, когда, например, добавляют различные продукты из одной линейки. Просто таким образом вы можете попробовать сразу же, каким образом они влияют, когда вы используете, например, и шампунь, и кондиционер, и после этого какое-то еще дополнительное тритмент, да, или какое-то молочко, чтобы действительно почувствовать вот этот эффект, есть он или нет. Дальше вот такой продукт для волос. Это масло от бренда Beauty Protector. Это, с этим брендом я, опять же, никогда раньше не сталкивалась. Это является бренд самого Birchbox. Они создали такой бренд по уходу за волосами.
сами для того, чтобы создать такую линейку продуктов, которые будут дополнительно защищать волосы от какого-либо термовоздействия или солнечных лучей. В основе вот этого продукта как раз таки находится органовое масло. И как мы знаем уже, органовое масло, оно является одно из самых полезных, в принципе, и для волос, и для кожи. Я с удовольствием попробую, как-то у меня не очень складываются отношения с различными маслами для волос. Мне просто, по моим ощущениям, они ничего такого сверхъестественного для волос не делают. Напишите мне внизу, если вы пользуетесь маслами, может быть, мне просто нужно выбрать другое, которое действительно просто масло, я не знаю, другого уровня, которое будет как-то волосам помогать. Следующий продукт относится к уходовой косметике, и это вот такой серум, который называется Congested Skin Serum от бренда Balance Me. Если вы помните, я про этот бренд вам говорила, наверное, пару месяцев назад. Этот бренд, он, во-первых, создан в Великобритании двумя сестрами, которые хотели создать некоторую такую линейку косметики, которая была бы 99% или 100% практически натуральная, но которая была бы также эффективна. Вот этот серум, он направлен на кожу, которая склонна к появлению акне. Когда забиваются поры, когда появляются воспаления, она как раз таки будет успокаивать кожу, как-то выравнивать тон и дополнительно защищать от внешнего воздействия. На упаковке указано, что это 99% натуральные продукты. Я посмотрела по составу, действительно, в нем большое количество различных экстрактов, очень натуральных и очень полезных. И на втором месте буквально стоит масло из отрубей риса. Этот ингредиент, он является очень популярным в японской косметике. Дело в том, что это масло, оно действительно успокаивает очень такую красную, покрасневшую кожу, выравнивает тон. И в том числе обладает большим количеством антиоксидантов. У меня, в принципе, кожа не очень проблемная, но бывает, возникают какие-то высыпания. Я как раз люблю использовать средства, которые бы нисколько бы особенно помогали бороться, да, с какими-то высыпаниями, сколько бы не делали ситуацию хуже. Как раз такие натуральные средства, они в этом очень хорошо помогают. Следующим продуктом в бьюти-боксе тоже является средство по уходу за лицом. Это вот такой вот крем от корейского бренда Dr. Jart+. Вы наверняка уже слышали много раз об этом бренде, и он является, наверное, одним из моих самых любимых корейских брендов. Вот этот крем я никогда не пробовала. Крем этот называется Tiger Grass Cream, и он относится к их линейке Cica Pear. Эта линейка создана для очень чувствительной кожи, очень сухой кожи, которой нужно вот это вот дополнительное не только увлажнение, но какое-то успокоение. Здесь в составе очень большое количество ингредиента, который называется Centella Asiatica. Я говорила уже вам об этом ингредиенте какое-то время назад. Это, наверное, один из самых моих любимых ингредиентов в косметике, поскольку вот для моей сухой кожи это просто спасение. Этот ингредиент невероятно хорошо справляется с восстановлением вот этого такого слоя на коже, да, такого жирного, в хорошем смысле, жирного слоя на коже. В общем, если у вас сухая кожа, то есть кожа, у которой вот этот верхний липидный барьер немножко разрушен, либо если вы часто пользуетесь пилингами или кислотами, то очень рекомендую обратить внимание на средства, которые содержат Centella Asiatica или Madagascosid, и я думаю, что это просто вам поможет восстановить кожу. Вот этот крем я с удовольствием попробую, очень надеюсь, что он мне понравится. Ну и последний продукт в этом бьюти-боксе – это вот такая вот тушь от бренда Marcel. Я как-то уже рассказывала вам про этот бренд. Этот бренд достаточно известный здесь, в Северной Америке, и у этого бренда достаточно такая длительная и богатая история. Эта тушь, кстати, называется Curling and Lengthening Mascara, то есть она будет немножко подкручивать реснички и их немножко удлинять. Что интересно по поводу этой туши? Эта тушь – это единственная тушь в Канаде, которая была одобрена офтальмологами Канады как безопасная для чувствительных глаз или для тех людей, которые носят контактные линзы. В общем, она абсолютно гипоаллергенная. Так что, если у вас есть такая проблема, обратите внимание на эти туши, поскольку, в принципе, их косметика, и я читала когда много про этот бренд, он считается одним из самых безопасных с точки зрения именно аллергенов. Ну вот это все, что было в июньском бьюти-боксе. Я очень надеюсь, что это видео было для вас и полезным, и интересным. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Ну и до встречи в новых видео. Пока-пока!